Добрый день, я рад вас приветствовать на нашем стенде детских увлажнителей Balu Kids. Здесь представлена лицензионная серия увлажнителей, разработанных совместно с дизайнерами компании Disney. Данная серия уже завоевала одну из важнейших наград. Эта серия победила в номинации «Лицензионный продукт года 2015». В данной линейке у нас показаны разнообразные увлажнители в виде известных персонажей и в виде прибора, который напоминает персонажа, но при этом обладает очень интересной и полезной функцией. Я рад вам представить серию увлажнителей UHB-240. Кроме увлажнения, здесь есть очень удобная функция подсветка. Ночник для того, чтобы ребенок мог спать в комнате один и не бояться. Подсветка работает независимо от того, включен увлажнитель или нет. Подсветка мягкая и сделано 3 цветовых решения для того, чтобы они оптимально вписались в комнату для мальчика или девочки. Увлажнитель Balu UHB-270. Увлажнитель в виде известного и популярного персонажа Винни-Пуха с механическим управлением. Достаточно легко повернуть ручку, прибор начинает работать и увлажнять воздух. Горит индикация работы режима. При низком уровне воды индикация поменяется на красный цвет и будет сигнализировать о том, что необходимо пополнить водой. Вода в этом приборе заполняется следующим образом. Вы снимаете вот эту крышечку. Внутри спрятана вот такая ручка для того, чтобы вы могли снять резервуар для воды. Резервуар для воды заполняется следующим образом. Откручивается крышка. И внутрь можно заливать водопроводную воду. В комплекте с прибором идет фильтр-картридж, который очищает воду от излишков солей жесткости. Также вы можете посмотреть, достаточно ли уровень воды в баке за счет того, что внутри у него на задней стороне сделано такое окошко, индикатор уровня воды. Устанавливаем обратно. Не забываем про вот эту крышечку. Включаем. Прибор работает. Скорость увлажнения можно регулировать. А это моделька UHB-275. Вроде бы все то же самое, о чем я вам уже рассказывал, но если обратить внимание, то здесь сделан дисплей. Нажимаем кнопочку включения, загорается индикация. Можно посмотреть текущую температуру в помещении, текущий уровень влажности. Можно установить таймер, чтобы отключить прибор по прошествии какого-то времени. Все остальные функции здесь абсолютно идентичны. Здесь точно такой же 3-литровый бак для воды. Крышка, фильтр-картридж. Окно-индикатор. Еще одно удобство. Здесь в приборе сделаны противоскользящие резиновые ножки. Это есть и в предыдущем увлажнителе. Вы устанавливаете прибор, и для того, чтобы его сдвинуть с места, потребуется усилие. Это удобно и безопасно при установке в комнате ребенка. Еще одна удобная опция. Увлажнитель имеет отключаемый сетевой адаптер. В том случае, когда вам не нужно использовать увлажнитель, вы можете отключить, поставить увлажнитель просто в комнате. Это будет яркое решение для комнаты ребенка в виде дизайна. Открою вам секрет. В 2016 году наша линейка пополняется еще одним увлажнителем. В виде, наверное, самого популярного, самого известного персонажа, который есть на этом свете. В виде Микки Мауса. Это эксклюзивная разработка, аналогов которой нет нигде в мире. В 2016 году она появляется, и вы сможете ее приобрести и сделать своему ребенку не только подарок яркую игрушку, но и подарить первый действительно полезный прибор для увлажнения. В его комнате это станет самым ярким местом и, возможно, самым любимым прибором.